Сегодня понедельник, 26 марта. Я уже дома. У меня сегодня было два экзамена по реанимации и медицине катастроф. Я все сдала на 5, как всегда. И как бы мама мне решила преподнести такой подарочек. И сегодня я иду на концерт Радика Юль Якшина. Это прям, я не знаю, я так рада, я так рада. Ой, наверное, мое радостное ура слышала вся столовая в колледже, потому что в это время я была с одногруппницами в столовке, сидели там, ждали, когда пойдем на следующий экзамен. И звонит мама, говорит: ты пойдешь на концерт? Я говорю: да, 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 пойду. И ура! Скоро уже, кстати, сейчас время. Время. 3:30. В 7 часов будет концерт. Посмотрите друг на друга. Какие красивые лица. Какие близкие люди. Собрались и удивились. А знаете почему? Потому что мы одна огромная семья. Рахмат Берга, Рахмат Ягам, Рахмат
Это Гайля мен Акинганыгызы. Рахмат. Барыгыла. Я сейчас скажу, да, если мы скажем.
Thank you.